Привет, друзья! В рамках государственного оборонного заказа этого года управляемые боеприпасы для ЗРК «Панцирь-С» поступают в войска России с опережением графика. Об этом сегодня сообщили в Ростехе. Поставку осуществляет КБП имени Шипунова. Ранее российский корабль, вооруженный морской версией ЗРК «Панцирь-М», подтвердил свои боевые характеристики. Сейчас более 50 комплексов ЗРК «Панцирь» задействованы для прикрытия объектов на территории России от атак дронов. По оценкам экспертов, этого все еще недостаточно. ЗРК «Панцирь» предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплекса ПВО дальнего действия. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.